Посмотрите, ради чего я провел весь день на морозе. 250 метров провода, многочасовой труд, результатом которого явились 25 тысяч огоньков. 25 тысяч. Надеюсь, никто из ребят не увидит меня посреди ночи, гуляющей в одной пижаме. Будь я твоим отцом, ты бы забыла о ребятах. Включай, пап. И пусть эти огни станут символом Рождества Гризволдов. Барабанная дробь. Барабанная дробь. Прекрасно, Кларк. Я так и знала. Мне очень жаль, дети, что вы проторчали здесь зря. Бабуль, он много работал. В холостую, как двигатель. Пошли домой. Кларк, детка, это просто прекрасно. Прямо дух захватывает. Спасибо, мам. Наверное, какая-нибудь лампа перегорела, цепь прервалась, и ничего не работает. На твоем месте я бы лично проверил каждую. Я все проверил. Ладно, если я тебе не нужен, пойду наверх спать. Да. Не грусти, пап. И так хорошо смотрится. Спасибо, милая. Ничего, пап. Ты же старался. Спасибо, Раз. Раз, кстати, Раз. Что? Ты точно все проверил? Да. Конечно. Странно.